Что? Наклейка, может, мы с тобой пойдем? Ну, прокатимся. Боже, это он! Ой, Боже! Ты нас помнишь? Ну, конечно, как я мог забыть? Да-да, где-то я вас видел. Он нас помнит! Может быть, ты нас все-таки познакомишь? Ну-то... Я Мия, я Тия. Мы его фанатки! Привет. Очень приятно. Ой, мы думали, молния с нами прокатится. Знаете, девочки, я думаю, это не очень хорошая мысль. Нет-нет, погодите, у меня отличная идея. Как насчет дружеского заезда? Едем три круга, победитель гуляет с молнией. Боже, я хочу! Салли, ты вне конкурса. Ну и что? Тренировка не помешает. Салли, милая! Запиши меня! Досада. Слишком тебя расстроила. Вот это я понимаю, с ветерком! Ну, как все прошло? Легко. Правда? Да брось, девчонки мне не соперницы. Ну что, прокатимся? Как договаривались.
ты намекаешь? Ну как, пойдет? Ничего, но ты слегка подвисаешь в повороте. Тормозишь рановато. Эй, ты меня слушаешь? Что он здесь делает? Смотрит, как ты ездишь. Заранее меня боится. Брось, молодец, парнишка. Ха, так вы мне предлагаете тоже поехать к нему в город и шпионить за ним на тренировках? Если бы ты ездил так же, как языком болтаешь, кубок поршня давно твоим был бы. Не обращай внимания. Делай свое дело.